10-й конгресс народов Приморского края запланирован на 27 июня. В этом году масштабное мероприятие будет посвящено Году семьи и приурочено ко Дню России. Гостей юбилейного события ждут тематические семинары, выставки и другие активности. Планируем привлечь около 500 участников. Нами сегодня уже направлены субъекты Дальнего Востока приглашения о направлении сюда делегаций представителей народов, значит, и представителей органов власти, которые в том числе будут участвовать на тех площадках. У нас будет одна из них, это закрытая площадка, где планируется участие губернатора Приморского края. Выноситься будут те такие глобальные вопросы, чтобы мы могли в дальнейшем выйти к коллегу Николаевичу с предложениями по возможности решения данных вопросов, возможно, и вплоть до уровня президента, либо полномочного представителя. Ну, опять же, чтобы это все было на благо Приморского края. Напомним, в прошлом году 9-й конгресс народов Приморья проходил 26-27 октября и был посвящен 20-летию Ассамблеи народов края. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.